Здравствуйте, я Марина Климова. Представляю вам новую лекцию на тему реформы упрощенной системы налогообложения. 2024 год отмечен серьезными изменениями в налоговом законодательстве, с которыми нам придется иметь дело в 2025 и последующие годы. Хочу рассказать вам о том, что представляет собой новая упрощенка, и нарисовать перспективы как для тех, кто уже применяет УСН, так и для тех, кто решил ее к себе примерить. Здесь есть очень большое количество подводных камней и сюрпризов, и хотелось бы о самых опасных моментах вам рассказать. Смотрите на видеоконсультант.